Я работаю на КамАЗе с 2018 года. Устроилась сюда в конце ноября. Цех 318, гальваник. Привозят в наш цех разные детали. Бывают вилки, роторы. Они здесь проходят термогальваническую обработку. Работа моя мне очень нравится, тем более у нас коллектив очень дружный. Можно сказать, мы как семья уже. В основном у нас коллектив женский, но очень добрые, разный возраст. То есть самая маленькая — это я. На этой работе мне очень нравится наш график. Мы работаем 2/2. День работаем, на следующий день в ночь, и потом у нас отцепной и выходной. Рисую. Мне очень нравятся танцы, и поэтому я записалась в кружок у нас на КамАЗе. Завод дает мне возможность творчески реализоваться.